О чем Николас с Робертом разговаривал? Я не знаю. Они были в кабинете, но я предполагаю, что мое состояние обсуждали. А ты, когда пришла в себя, почему не сказала никому? Я сказала. Но Роберт же все перевернул и сделал меня виноватой. Доброе утро, Молли. Как ты себя чувствуешь? Доброе утро, мистер Браун. Мне нужно с вами кое-что обсудить. Да? Присаживайся, рассказывай, что случилось. Если можно, я хотела бы наедине поговорить. Ну хорошо, пошли в кабинет. Мистер Браун, вчера вечером мы пошли с Робертом и его другом Джейком в клуб. Роберт мне что-то подсыпал в бокал вина. От этого я и была вчера в таком состоянии. Там еще кое-что произошло, но это слишком интимно, чтобы рассказывать. Что-то я вообще ничего не понял. Что подсыпал и зачем? И что такое там произошло? Как я сейчас понимаю, мне подсыпали это для того, чтобы Джейк мог воспользоваться моим состоянием. Что за глупости, Молли? Это слишком мерзко даже для Роберта. Я вам никогда не врала, мистер Браун, и вы знаете это. Помогите мне развестись с ним. Так ты это мне рассказываешь, чтобы я одобрил развод? Я действительно хочу развода, но то, что я рассказала вам, это чистая правда. Вот ты где. Что ты тут делаешь? Роберт, ты не видишь, что мы разговариваем? Кстати, как раз о тебе. Вот как? И о чем же? Молли хочет развестись с тобой. Ну прекрасно, я не против. Но это еще не все. Также она мне рассказала, что ты ей вино что-то подмешал. Я? Что подмешал? Вот у тебя я и хочу это спросить. Молли, оставь нас, пожалуйста, наедине. Ты что вытворяешь? Ты же сам решил на ней жениться. А в итоге я узнаю какую-то дикость, что ты ее якобы своему другу отдаешь. Ты совсем, что ли, с ума сходишь? Может, тебя на лечение отправить? Ты забыл, почему я женился? Вообще-то это было не по моей воле. А что касается того бокала вина, то это ее подруга подмешала. Я даже не знал об этом. Увидел, что она поплыла, стал расспрашивать, что употребила, а она уже ответить не может. Ты когда научишься нести за всю ответственность? Ты с ней слишком груб. Ты же понимаешь, что на людях ты должен проявлять к ней нежность. А вдруг, если вчерашнюю ситуацию папарацци увидели? Никто ничего не видел. Роберт, я принял решение, что тебе нужно наконец-то быть самостоятельным. Ты с Молли поживешь какое-то время отдельно. Спонсировать я тебя тоже не буду. Только за месяц квартиру оплачу. Ты все делаешь теперь сам. Отец, ты что, издеваешься? Иначе я никогда не оторву тебя от юбки матери. Не, ну я в шоке. Зная, что есть проблемы, он отправляет жить отдельно. Он хотел, чтобы Роберт человеком стал, а он стал еще хуже. На сегодня наше время закончилось. Молли, через неделю у нас суд. Свидетелей мы почти собрали. Скорее всего, тебе дадут условное. Это хорошая новость, мистер Мартинес. Джастин, а ведь Молли все равно осудят. Даже если не убивала она, ведь она стреляла. Да, но, как я сказал, что ей, скорее всего, дадут условное. —
Я тоже хочу помочь Молли. Ох, а как же мама? Что же она скажет? Плевать, что она скажет. Она такие вещи подлые вытворяет. Да уж, после ее действий у Молли, скорее всего, детей не будет. Как так? Отбил все органы тот урод. Поймать бы его и оторвать кое-что. Эй, Оливия, нельзя агрессии на агрессию отвечать. За то, что он сделал, он ответит по закону. А ваш закон поможет Молли восстановиться? К сожалению, нет. Но я обещаю, что он максимальный срок получит. Росс, на выход. В такое время? Отбой же был уже. Тебе сказали на выход, значит на выход. Будешь перерекаться, дубинкой получишь. Плохо дело. Вы куда меня привели? Это комната для длительных свиданий, так что располагайся, здесь ты на 2 дня. С чего вдруг? С кем у меня длительное свидание может быть? Спасибо скажи своему любовнику, он за это свидание немало выложил, так что хорошенько его за это отблагодари. Подождите, откройте, я не хочу здесь оставаться. Желание заключенных в тюрьме ничего не значит. Ты разве это еще не поняла? Нет, только не ты. Эй, смотрящий! Чего тебе? Где Росс? Зачем вы ее увели? Угомонись уже. С любимым она. На длительном свидании. На длительном свидании? Перед судом? С каких пор так можно? Вот будет у тебя богатый муж, узнаешь. А сейчас спать ложись, отбой уже был. Муж? Неужели он жив? Вижу, ты безумно по мне скучала. Джейк, пожалуйста, не подходи ко мне. Чего ты меня так боишься? Я вроде тебе ничего плохого не делал. Но и ничего хорошего ты не делал тоже. Да брось. Роберту ты была неинтересна, а мне ты всегда нравилась. Если бы не я, он бы уже давно от тебя избавился. Лучше бы избавился, поверь мне. Ты сама виновата в том, что он на тебя руку поднимал. Я же предупреждал тебя, молчи, не парь мозг ему. Но ты вечно ныла, вот и получала. Если ты пришел, чтобы обсудить это со мной, то, думаю, разговор подошел к концу. Я прошу тебя, отпусти, пусть меня обратно отведут в камеру. Ну что ты? Я так долго добивался этой встречи, и ты думаешь, я так просто тебя отпущу? Тем более я знаю, что меня ищут твои друзья, и все благодаря тебе. Джейк, ты посмотри, что ты и Роберт со мной сделали. Я из симпатичной девочки превратилась в какую-то заядлую наркоманку. Виной этому снова твой длинный язык. Шла бы ты со мной добровольно, никаких таблеток не было бы. Я никогда с тобой добровольно никуда не пойду. Ну вот, ты уже и злиться начала, но я-то знаю, как тебя успокоить.